Как научиться не ревновать мужа? Ревность может разрушить даже самые крепкие отношения. В частности, это касается ревности без повода, которая унижает и обижает партнера. Если вы замечаете за собой, что ревнуете мужа ко всем женщинам, названивайте ему каждый час, проверяя, где с кем он устраиваете ему же вечерние скандалы, то вам нужно срочно менять отношение к любимому. Иначе вы рискуете потерять его. Необоснованная ревность легко может разрушить семейное счастье. Видео по теме «Обратите внимание и полюбите себя». Уважайте себя. Верьте в то, что вы не хуже тех, кому ревнуете. Вы исключительны, и будет сложно найти вам достойную замену. Поймите, что ревнуют только слабые. Вы красивые, умные, вы лучше всех. Реже проверяйте по кармашкам, живите по принципу «меньше знаешь, спокойнее спишь». Занимайте себя, развивайтесь, чтобы меньше глупых мыслей лезло в голову. Полезный совет: чтобы перестать ревновать, надо понять основной принцип здоровых отношений. Отсутствие ревности не означает безразличие к партнеру. Отсутствие ревности означает глубокую убежденность в том, что вы достойны этих отношений и считаете вероятность их крушения ничтожно малой.